вообще-то не угадал. Думал, Галатам или Тимофею будет. А как вы ориентируетесь? Что? Ну, какое местописание надо читать сегодня? Не знаю, Севастьян делает это сегодня, как Бог положил. Что тебе надо? Может, да, 2 Тимофею прочитаем? Я ее готовил. Ну, давай, если ты готовил. 3 том. Там, правда, место... Ой, куда вы тащите? Вот это да. Вот некому. Одна сестра у нас. Да тут хватит мест, никого вот нету сегодня. Да. Черт, да, мы не... Господи, помилуй. Это... Да. Похоже на скамеек хватит. Да. У Бога обителей много. Чего вы хотите? Да. Или ангелы пускай садятся на них. Да, пусть ангелы сидят. Ну да, тогда понятно все. С каждым рядом свой ангел. Занесли нас... скамейку для ангелов. Так у нас и будет. Скоро одни ангелы будут тут. Это точно. Завтра мне издатели. Так, нет, ладно, голова, я потерял то место. Давай. Принести тебе место, принести. Еще мне. Второй Тимофей. Поменьше. Да, имеющие уши слышать, да слышит. Ну давайте побыстрее, все. Время. Времени больше нет. Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и все исполняй сокровище благих и жизни подателю. Приди, вселися в мы, и очисти мы от всякие скверны, и спаси, блаже, души наша. Милостивый Господь, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, прибудь с нами и благослови наше собрание. Дух Твой Святой да не покинет нас, и да не охладеют сердца наши, и вера наша не остынет. Господи, даруй нам достичь Царства Твоего Небесного. Тебе за все хвала. Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Коротко, скажи пару слов. Сестра и племянник, никак не заходит. Подскажи, пожалуйста. Иди, иди, вон на лампе. Сегодняшнее чтение. Послание Галатам святого апостола Павла. Глава 2, стихи с 16 по 20. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Зови всех сына. Стих 16. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского. Мы оставили закон не потому, что он недобр, а потому, что он немощен и не в состоянии оправдать. Ибо никто не мог исполнить его дел, трудных и неудобо исполнимых, не по причине их величия, но скорее вследствие мелочности. Или иначе, потому что он души не освящал, но только телесную нечистоту удалял. Итак, обрезание излишне. А впереди скажет, что оно даже опасно, потому что отчуждает от Христа. Стих 17. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Толкование.
Мы старались обрести, говорит он, оправдание во Христе, оставив закон. Как же вы говорите, что грешно оставлять закон? Ведь выходит, что в такой грех ввел нас Христос, так как ради Него мы оставили все законное. Таким образом, Христос, как вы говорите, не только не оправдал нас, но даже сделался для нас виновником большего осуждения тем, что убедил нас отступить от закона. Доведя речь до нелепости, он не имел уже нужды в подтверждении, но удовольствовался одним отрицанием, что обыкновенно всегда он делал в предметах вообще спорных. Стих 18. «Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником». Толкование. Заметь его мудрость. Они говорили, что нарушающий закон есть преступник, а он, напротив, показывает, что соблюдающий его есть преступник, идущий не только против веры, но и против самого закона. «Ибо сам закон привел меня к вере и убедил оставить его». Впереди он укажет на это, а теперь пока говорит, что закон пристал, и это мы засвидетельствовали тем, что разрушили его, отступив от него. Итак, если бы мы стали усиливаться восстановить его, то оказались бы преступниками, восстановляя то, что разрушено Богом. Стих 19. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу». Толкование. Объясняет, каким образом он оставил закон и говорит, посредством закона благодати и Евангелия, я умер для закона Моисеева. Или умер, говорит он, для закона посредством закона. То есть сам закон привел меня к тому, чтобы более не соблюдать его, приведший меня ко Христу посредством Моисеева и пророческого слова. Поэтому, если я опять стану соблюдать его, опять нарушу его. Или же таким образом. Закон повелевал неисполняющего его предписаний наказывать и убивать. А так как он не мог быть выполнен, то по силе его я подвергся смерти. Посему, да не повелевает он мной, как уже умершим и душевно, потому что согрешил, не будучи в состоянии исполнить дел закона, и телесно, поскольку это зависело от осуждения законом. Как же после этого я буду еще держаться того, который умертвил меня? Чтобы кто-нибудь не сказал, как же ты живешь, когда умер? Он говорит, что хотя закон умертвил меня живого, но Христос, обретший меня мертвым, оживил меня, мысленно сораспявшегося ему и умершего с ним через крещение. Сугубое чудо оживотворил мертвого и оживотворил через смерть. Стих 20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Толкование. Словами «я сораспялся Христу» указал на крещение, а словами «уже не я живу» – на жизнь после сего, через которую умирает наше тело. «Но живет во мне Христос», то есть в нас ничего нет, что не угодно Христу, но Он все совершает в нас, управляя и господствуя. «И наша воля умерла, а живет Его и управляет нашей жизнью». Итак, если я живу для Бога жизнью, отличной от жизни в законе, и умер для закона, то я ничего не могу соблюдать из закона. То, что я сказал о духовной жизни, но и чувственную жизнь ты найдешь во мне, сущую от Христа. Ибо и закон нарушаемый всех подверг греху и наказанию, и ничто не препятствовало, как времена потопа, всем погибнуть, как преступникам. Но явившийся Христос избавил нас от осуждения, оправдав Своею смертью. Так что и это самое, жизнь чувственную и плотскую, мы имеем через веру во Христа, веру, оправдывающую нас и избавляющую от осуждения.
хотя он за всех предал себя и всех возлюбил, но Павел, размыслив, от чего освободил нас Христос и что даровал, и возгоревшись любовью, общее приписывает себе, как и пророки говорят, «Боже, Боже мой!» А вместе с тем и показывает, что каждому должно оказывать Христу такую благодарность, как если бы он умер ради него одного. Но воспользовались этими благодеяниями только те, которые уверовали в него. Так что держащийся закона показывает, что Христос не умер для него. Как же ты не страшишься сего, но опять возвращаешься к закону, являя бесполезной для тебя смерть Господа. И заметь выражение «предавшего себя ради Ариан». Богу нашему слава! Ну, слышали список, который я огласил болящих? Кого не упомянули мы? Я не вижу Андрея, Цифрогу, детей. Они хворают? Андрей, путешествующих. Все хворают. Да. Понятно. Ну, еще. Не знаю. Угу. Иван Дробот на дежурстве. На дежурстве. Угу. Так, а где у нас просит? Тут я. Где? Младший. Да. А, он решил поехать в футбол, другой храм, поскольку сегодня батюшки нет. А. Другой там где-то. Ну, батюшки нет. Да. Ну, в следующий раз-то батюшка будет. И да, и будет общее собрание, да? Там лучше. Годовое общее собрание. На селе храм. Так что имейте в виду. Все должны прийти, отчитаться о своем уповании. И Фросиня, а что Ваня опять дежурит? Он же сказал, в день работает. Да, дежурит. Все равно сегодня дежурство, да? Сегодня дежурство. Все равно дежурит, да? Как там в Потеряевке дела? Стоит вместе. Батюшка, там батюшка выздоровел, но заболела матушка. Матушка, ну понятно, как же. Я говорю, вирус московский привез. Ну да. Так, еще о болящих кто? Ну вот Елена Политыкина, она выписалась из больницы. Операция прошла благополучно. Надо помолиться о том, чтобы Господь сделал так, чтобы все удалили, то, что удалили, удалили, чтобы не было возвратов. Что может быть, да. Она уже прошла в онкодиспансере, была консультация. Вот. Но... Аппендицит, что ли? Щитовидная железа. Операция на щитовидной железе. Вот примером можно всем сестрам нашим привести сестру Елену. Когда я приходил, она всегда была в платке. Она всегда выглядела как христианка. Поэтому вот, ну, и она вела себя не только внешне, но и внутренне. То есть она проповедовала там всем и вся. Молодец. Да, много раздала Евангелий, везде говорила, она просила молиться о своих подругах, которые там, ну, подругах, которые лежали там одновременно с ней в палате, и не только в палате, в этой, вот. Коллег. Да, коллега, по несчастью. По несчастью. Вот. И она написала стихотворение «Алтайская краевая больница». Вот она так красиво у нас выглядит, это краевая клиническая наша больница. Значит, покажи этого рядом. Елена Политыкина. Это выставлено в интернете. «Алтайская краевая больница». Елена Политыкина. Господь дал ей таланты. «Гляжу в окошко. Красиво кругом. Передо мной возвышается новый роддом. За ним телевышка нацелилась ввысь. Внизу на газончике псы разлеглись. Сороки шумные спать не дают. Еду отбирают и рядом снуют. Спешит по дорожкам в больницу народ. Кто больных навещает, кто на работу идет. Заботливо выстроены корпуса. Их зеленой стеной окружают леса. И чтобы больным было здесь хорошо, построен фонтан и беседка еще. Деревья пострижены, всюду уют. Автобусы мимо машину бегут, везут пассажиров лечиться сюда. Всех вылечат снова больных доктора. Здесь подвиг тяжелый по жизни несут. Болезнях помогут, от смерти спасут. Хвала, мой Господь, я тебе говорю, за этих людей, за больницу твою. Это стихотворение, эту фотографию я послал нашему главному врачу. Ага. И она говорит... На вот, сайт выставить могут, да? Да, она говорит... Как здорово, молодец. Передайте ей мое благодарение. Надо еще там, чтобы краевая больница где-то была в стихе добавить.
За краевую алтайскую мою. Как я бы говорил. Так что есть кому подражать среди нас. Есть такие люди. Так что вот. Вот, ну а еще о болящих. Помните всегда брата Николая, чтобы Господь дал ему силы и терпение перенести это испытание, которое выпало на его долю. Надежда, она не столько страдает, сколько страдает Николай. Потому что она, может быть, не до конца осознает свое состояние, вот, а ему-то достается по полной программе. Вот, еще, Любовь Петровна, что там, как у нее? Любовь Петровна, ну так, машинку ей поставили. Поставили машину. Облегчили ее участие в этом плане. Единственное, ей убирать некому. Она всем очень сильно передает поклон и говорит, так хочу увидеть всех. Вот хоть на 5 минуточек обнять всех. Я говорю, ну вы приезжайте, видите, она не может ни стоять, ни сидеть. Ну, то есть ей вот это сложно. Она говорит, я не могу, ну я не выдержу службу. Пусть полежит. Я говорю, так вы приезжайте, даже вот на, во время собрания, на 15 минут, на 10 минут. Она говорит, точно, надо приехать. Я говорю, вы скажите, мы за вами сбегаем. Она же здесь 5 минут живет, вот, на Ленинском. Она говорит, да я и на такси могу приехать, но сейчас холодно, много одежды надо одевать. Я говорю, приезжайте. Я даже слышу Ольгин голос, сестры ее, говорит, да ты что тут, ехать-то недалеко, такси закажи, съездишь. Ты раз так сильно хочешь нас всех увидеть, она всех, всех подпомню, люблю. Не, ну такси это позор какой-то будет просто. Не, ну чтобы нас не дергать, я говорю, да мы приедем, тут близко, заберем вас и привезем, и обратно увезем. У нее вот это, ну она скучает. Бешеные собаки 5 километров. Она скучает. Она скучает. А по поводу машины, да, ей нужно это. По поводу машинки, она говорит, ее бывший ученик с ним связалась, он... Можно не разговаривать? Старую забрали, новую поставили, говорит, сижу, читаю инструкцию, как ей теперь пользоваться. А по поводу уборки, к ним приходили какие-то волонтеры, сейчас вот какие-то при соцзащите волонтеры есть, и студенты. Я говорю, ну вы смотрите, там студенты, они, ну, насколько порядочные, все. Она говорит, хорошие, молоденькие такие приходят и помогли с уборкой, может быть, будут на постоянной основе приходить. А так она себя еще пока обслуживает сама. Отлично. Так, кого еще не вспомнили, кто нуждается в нашей помощи, в заботе? Антонина, как там? Есть какая-то информация? После того, как посещали ее, больше не было общения? Ну, на связи с дочерью, если что-то она сообщит. Ну, а так она бодренькая, она же и выходит, и гуляет, она с двумя палочками ходит, гуляет, двигается. Вот эти палочки? Да, да, с двумя такие. Она говорит, я с двумя, она даже до полигона дошла. Ее, правда, отругали за это, потому что ее бы дочь не отпустила. Она сюда просит, она говорит, да ты что, ты еще раз упадешь, опять сломаешь вторую шейку. Она же это, пошла в храм, упала, шейку-то бедра сломала, но в храм пошла и упала. Говорит, она теперь боится, потому что весь уход и вся реабилитация упала на плечи дочери. Ну, и ей, конечно, не надо было идти. Еще раз. Там слово. Я разговаривала с Любовью Петровной. Я рада, что она находит силы, терпение. Даже выходит на улицу, садится на скамеечке и сидит там. Сколько она сидит, сколько ей погода позволяет. Все. Слава Богу. Слава Христу. Хотел поблагодарить всех и попросить молитв о чадах интернет-содружества, о детях. Вот. Ну, меня попросили, я уже говорил. Я причем 2 собрания провел, хотел узнать, точно или нет, потому что, ну, вы сами знаете, как относятся ко мне наши родители, ну, детей наших. Ну, то есть, не, все неоднозначно. Я думаю, сейчас начнешь там, да что-нибудь докопаются, не поймешь, что им надо. И это, виноватый опять будешь по гроб жизни. Ну, они мне родители. Родители помоложе и... Все-таки вера у них вот такая уже, ну, не как у нас, к этим щенкам собачьим. А, понимают люди. Почему? Потому что они пришли через Игната Тихоновича, как говорится, в полный рост. И без него они себя не мыслят. То есть это их духовный отец. А Игнат Тихонович относится ко всем занятиям с детьми очень-очень-очень-очень трогательно. Ко всем.
Поэтому, ну, слава Богу, и, видать, что-то это так подействовало, и именно меня они попросили. Чего меня, не знаю. Ну, вот так. Прошло второе занятие, ну, там, как я считаю, занятие, когда, да, беседа, так, как бы сказать, беседа-занятие. У меня занятие необычное, я там больше как наставление. Не то, что там они там сидят, местописание записывают. С детьми это не проходит. Они, это, надо, чтобы были не дети уже, а взрослые, как он, Аполлинария. Там лет 14, что было. Тогда они что-то там, с них можно спросить. А так, что с них спросишь? Они сидят у них, ну, дети. Короче, что сказать. И, но они смотрят на своих родителей, а родители верующие. Вчера там один безбородый появился. Я говорю, вы появитесь, и вы первый раз у нас какой. Он вылазит, вылазит. Как пацан его такой же, безбородый, ну, видно, так точно, ну, видно, какой-то военный. Молодой парень, там, лет 30, наверное. Я говорю, а что вы без бороды? А я вот с Игнатьевичем разговаривал, и что-то молчит. Я говорю, и что Игнатьевич сказал, что вам без бороды можно? Нет, он сказал, ни в коем случае нельзя без бороды. Я говорю, а что молчите тогда? Он, его это так тронуло сильно, что, оказывается, бороду ему надо. И мальчонка такой сидел, вертелся, вертелся. И один, главное. Я говорю, так я понять не могу. Я тут беседую с вашими детьми. Ну, как бы, у них вопросы им задают и так далее. Почему у вас-то никого нет, родители? Вы их подбадриваете хоть. А так-то, конечно, они будут молчать и вихляться передо мной. Многие. И он вылез, когда я говорю, мальчик вас, он в какую в школу ходит? Ходит. Я говорю, он что так, перед учителями там так же, как клякса? Нет. Я говорю, ну-ка, там, скажите ему. Он сказал, видать, военный. И парнишка, и прям отвечает, потом все нормально. То есть надо детей, ну, не в ежовых рукавицах, но в мягких перчаточках, таких варежках шерстяных держать. А это распускать нельзя. То не здороваются они, не отвечают, не заходят. Ишь ты, разошлись. Ничего нормально, то есть, понимаете, вот те дети, которые где-то далеко, они намного ближе становятся, вот, ко Христу. Я им рассказываю, они все вот такие глазенки, я говорю, глазенки на меня вот так вот, говорю, все вот так вот. И смотрите внимательно, что я говорю, потому что второго раза не будет. Ну, в интернете можно посмотреть. Вчера разучивали с ними песню, не разучивали, я им показал, как петь, о Иегове. Говорю, это Игнат Тихоновичу. Духовному отцу ваших родителей очень нравится это песнопение. И наши дети, говорю, его пели. Сейчас уже, говорю, не поют, но раньше пели. Я говорю, и вы тоже должны так же научиться. Как это все сделать, чтобы они там вместе спели хором, не знаю. Я говорю, вы там хотя бы по раздельности пока выучите, спойте, а потом Игнат Тихоновичу покажете, как вы, дети нашего интернет-содружества, любите Господа нашего Бога и знаете его имя. А то Иегова, эгоисты уже дрожат. Чтобы этого не было такого. Ну все, все радостные, довольные. Продолжают творчество. Помолитесь, чтобы у них творчество, чтобы они рисовали. Там, ну, и говорим об Адаме, о Еве, о днях творения. Ну, тут можно, не знаю, фантазировать сколько. Фантазии слабенькие у детей. Родители начинают разговаривать. Да у нас там надо заниматься, учиться там то да сё. Да, это все надо, надо, но это все материальное. Сегодня вот как раз Игнатьевич об этом говорил. Я говорю, это все материальное, я понимаю. А о Боге, когда о Боге? Я говорю, а потом, хватитесь. Почему ты меня, почему не почитаешь мать? Почему меня не почитаешь? А он тебе скажет, пока чину, да пока пусти. Вот почему. Надо было бы заниматься больше духовным, а не материальным. Ну, они понимают, конечно, понимают, братья. Да поможет тебе Господь, брат. Да, и помолитесь, чтобы Господь умудрил меня, как построить так это, слова, предложения и места Писания, чтобы им что-то запомнилось, и не что-то, а запомнилось духовное. Чтобы они увидели, что дядя Игорь любит то, что, о чем он говорит. Вот, чтобы они научились молиться. А родители молятся хорошо. Вот второй раз, там первый раз бабушка молилась, а тут вот этот безбородый Владимир, этот, молился. И то ли он баптистом был, то ли хорошо молился. Это правильные слова говорит. Ну, слава Господу. Слава Господу, слава Христу.
Вам слово. В самом начале вы сказали о вашем уповании. Вот. Я на эту тему буду говорить. Остальные вопросы, это все только семейные. Вот упование-то наше какое? Вот апостол Павел коснулся темы обрезания. Прямо было сказано, если найдется раб у тебя, и раб обрезан должен быть, и ребенок там восьмой день. А если не обрезан? Точка. Да истребится душа та из народа. Как они заботились об этом? Выше обрезания ничего нету. Ну, смерть. И вдруг приходится человек, который учился на это дело, как раввин, и все может сказать правильно, и говорит, а оно кончилось, крещение, это обрезание. Как они должны были смотреть на него? Они понимали, самая основа. Без обрезания он не член общины, не член Израиля, он чужой. Его надо найти и убить. И поэтому ни один, ни два человека. Ты пойдешь защитить закон? Пойду. Вот теперь нас двое. Так, ты давай там работай, по центральному району, а я по железнодорожному. Мы найдем людей, которые хотят это сделать. Ну, я не Барнаулу говорю, вообще. Ну давай. И которые найдет люди, тоже пошли, что готовы умереть. Когда мы убьем Павла, давайте заклянемся, будем ни пить, ни есть не будем, пока не убьем. Да он же сидит в тюрьме. Мы скажем, надо, тут данные какие-то есть, выведите, мы побеседуем. Ну, Ли Освальд, так когда понял, затригли Кеннеди-то. Ну и договорились, а там Руби вызывает его. Его вызывает, он тут же выскочил и сразу застрелил его. Помните этот вопрос. Так вот, апостола Павла по тогдашнему-то. Убийство-то было святым делом. И они заклялись, собрались вместе, не пить и не есть. А если дальше-то вопрос идет, как они тогда будут думать? Как-то говорили, видимо, не посмотрели, кто рядом. А это оказался племянник Павла. Он тоже мигом к нему, тебя убить хотят завтра. Он говорит, иди к начальнику, скажи тысяче начальнику, вот там полковник. Сказали, тот понял. Это назревает конфликт большого, это не погасить нам. Так, ночью, сразу, 470 человек, военные, сопровождать, полным ходом, скорее, в центральную тюрьму. И когда утром пришли, мы хотели бы вот этого арестовали, там кое-что пояснить надо, он говорит, а нету, они, как нету? Ну нету, там, считайте, 470 человек сопровождает, если дорога, и вот, ну 470-то там воины, это римляне, их... Только пошли один, он десятерых побил, там и спартанцы никого не было. И что? И теперь там, теперь они приходят, уже надо рассуждать по закону, что. И дальше, знаете, эта история. Так вот, согласно, так это Писание говорило, и нельзя было отступить. Ведь когда мы считаем сейчас послание к евреям, апостол Павел это все подробно разъясняет. Но им-то никто не разъяснял. Так ты против обрезания? Не против, но обрезание приняло другой вид. Какое? Через обрезание человек делался членом государства, общества, верующих, да? А теперь крещение. И Колоссян он говорит, и мы были обрезаны обрезанием нерукотворенным, с обличением греховного тела плоти, будучи крещенные. Павел прямо показал. Но людям-то никто не говорил про это. Нигде Моисей не говорил. Но только сказано было, там 15-19, кажется, определенно. Я пошлю. И вы, как меня слушаете, мусульмане за это хватаются и говорят, ну, пророк. А я говорю, у нас написано, все же пророки. У вас из какого племени? Из вашего племени евреев. Так кто вашу религию-то основал? Он же не еврей. Вы же обманываете людей. То есть, когда говоришь, они сразу отступают. Ну да, у нас там с арабов. Из евреев будет. А кто такой? На Христа указывали. Я сейчас поворачиваю это к нам. Я буду говорить о своем уповании. Вот вопросы дальше мне не задавать. Потому что я православный, все делаю так, как положено. Пощусь, пост по милости Божией ни разу в жизни не нарушил. Только случайно, может, где-то не разобрался, что пятница там что-то проглотил. И говорить буду о том, что исповедуюсь, причащаюсь, символ веры признаю. Но хочу сказать то, что у нас много есть то, чего нет в нашем уповании. И когда люди какие-то приходят, новые, вот она сидит, первая прям суд, она баптистка. Мать была баптистка. Так? Так. И я к ним ходил всю зиму. А она с 5 на 10 слышала-то. Там общая кухня, она зайдет, выйдет,
И Бог семя это прорастил. Она сама пришла. Мать ее пришла. Отец с матерью, тести твои, да? Пришли, вернулись. Вот она, через нее, плодовитая лоза. Старшая дочь за священником. Ну и так дальше. Это Бог делает так. Ничего не надо было бы менять. Ну, а она пришла оттуда и говорит, а как, допустим, такой человек приходит, а крест на знамени как составлять? А крест на знамени нет ни одного слова. Как нету? А откуда же мы взяли? Это вопрос еще один. У нас есть много того, чего нету в Писании. Слово литургия отсутствует в Библии. И о том, что если человек там глоток воды выпил или таблетку сел в больнице, причащать нельзя. Да нет этого. Они что, вот сидят ученики так за столом? Не крутись, спокойно будешь сидеть. Не надо, тихо, спокойно. И вот что дальше получилось? Вот если бы поступали по Слову Божию так, как бы это было? А по Слову-то Божию это надо понимать глубину ее. Я понимаю сегодня, когда я сказал, тот человек говорит, я встретил первый раз пророка, как люди посмотрели на меня. Я еще раз говорю, что пророчествуют все. Читайте 14 глава 1 послания к Коринфянам. И там, ну, пророчествует не кто-то, а пророк, раз пророчествует. И там Павел говорит, хочу, чтобы все пророчествовали. Вот он говорит, что будет кончина мира, но уже пророк. Ты стал людям говорить, и будет страшный суд. Это пророчество. Его нету. Но вы чужой слов. Ну как, у Иеремии был вару. И он вару говорил то, что говорил Иеремия. И он тоже пророк. Так что слово пророк, оно не должно пугать. Не надо задавливать его. Спокойно. Спокойно. Вот так опрокинете. И вот теперь, когда люди новые приходят и говорят, а вот первые это ученики сидели за столом, барашка скушали, вином запили, а после этого причастие. Так? Это первая литургия, если литургию понимать, это тайна вечера была. Они все, не было тогда, выпили. А у нас откуда это взялось, что натощак, даже просфору и ту натощак. Это, здесь слова просфора нету. И поэтому то, чего в Библии нет, настаивать на этом не надо. Вот когда работаю с кем-то там, я делал ошибки. Говорят, вот я исповедовался, а теперь я к другому священнику иду, надо ли исповедоваться. Я прочитал только одно, что священник – это врач. И врачу нужно знать, где тебе написано, твоя болезнь, как быстрее тебе помочь. Правильно сказано, а у человека там то, что он не хочет, чтобы кто-то знал. Он уже исповедовался, уже причастился. И так мне снова надо все исповедоваться. Можешь не исповедоваться, если веришь. Но если ты хочешь быть ближе к Богу, это не помешает. Это тем более тайная тебе исповедь. Знает один священник. Понимаете, вот я что говорю? Все свели к причастию, к счастому. Чаще исповедуйся, чаще причащайся. Этого нигде нету. Один раз человек покаялся, а дальше что будет, где, это только на исповеди. А не так чаще. Почему? Потому что исповедуйся перед священником, причащайся священником. Это главная узда у них. И никто никуда. Я тебя от чаще отлучу, и ты под забором сдохнешь. Понял? Не говорит, но смысл такой. И откуда бы ни было, все одинаково говорят. Нет этого в Библии. А он пугает. Не бойтесь его. Они его пугают, как Лев Андреев там писал, а Толстой говорил, а мне не страшно, потому что пугают от человеческих. И потом наше упование должно быть к тому, что написано в Святой Библии. Вот нас обвиняют, что мы идолопоклонники, признаем иконы. Я, что иконы существуют, и они не идолы, я докажу в течение одной минуты. Но что поклоняться им надо, этого нету. Нету. Ну а как перед ковчегом? Перед ковчегом он не целовал, не прикасался. Над ковчегом были херувимы. Два крыльями касались. Он перед ковчегом-то, а это обрамление было его. Понимаете, вот когда дальше-то начинаешь идти, человека требовать можно то, что необходимо, без чего нельзя никак двигаться. Вот человек приходит и говорит, вот я ничего не знал. Ну, познакомился с женщиной. Нас повенчали. Повенчали. А потом развелись. А кто виноват-то? Ну, я виноват-то. Нашел на стороне, там, говорится, пассию свою. А теперь-то что мне делать? Теперь что делать-то? Она, говорит, уже замуж там вышла. Я повенчанный. Ну, а возраст его позволяет еще жениться. Ну, второй раз ко мне заходит. У меня крещение было неправильное.
Я теперь вас прочитал материалы. Выходит, что я делал неправильно. Я не крещенный, поэтому и то венчание было незаконным. И он все к одному краю идет. Он еще ничего не понял, что и другая такая же жена будет. Она не может быть другой. Это женская порода. Она не приучена быть послушанием. Да и кого слушать-то, когда он изменяет? И вот опять вопрос. Где это написано? В Библии написано о том, что Евнух и Филипп оба сошли в воду. В воду. Поэтому крещение готовься, а о женщинах забудь. Тогда мы можем дальше разговаривать. В любом вопросе надо дойти, а то он к этому подгоняет, тогда и венчание было недействительное, а на это мы уже не можем пойти никак. Никаким образом. И священник на это не пойдет. Это таинство. Да как оно совершалось, когда мы ничего не знали? Я не знаю, я православный, поэтому я многое несу, то еще нельзя объяснить ничем. Но мое упование то, что если мы будем помнить 12.48 Евангелия от Иоанна. Слово его, которое, слово мое, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Когда я первый раз прочитал, я понял, все, что у меня было, никакой роли не играет. Вот по слову. И поэтому в слово его вникай день и ночь, дабы в точности исполнить. Мы говорим о Слове Божьем. Занятия сегодня будут. Здесь мы много об этом говорим. Я пытался достучаться сегодня, но безуспешно. Я выходил даже с бал людей, ну, не дано. И там причина, которую перейти нельзя. Не растоптано свое «я». «Я». Какое оно «я» наше? Какое? Греховное, злобное, мстительное, ну и все остальное. Это я говорю, про человеческую плоть. И какое упование? Я верю, что Господь будет судить по слову своему, а выполнить нет сил. И мы сразу говорим: «Господи, помоги, да будет воля Твоя. Не как я хочу, но как Тебе угодно». Даже самое близкое дело, которое я делаю, я каждый раз добавляю: «Помоги, Господи». Я не знаю, какие результаты дальше из этого будут. Познакомился человек близкий, я еще не знаю, кем он окажется, не тайным ли убийцей. А как проверить? Не знаю, только молиться. И вдруг он сразу... Только молиться начали, и все сразу открылось. Кто он такой? Даже близко нельзя. Сразу объявили там, заблокировали, и на этом все. Надо прислушаться на каждый вопрос, что если некоторые не знают. 4 вопроса ставить. Я решил переехать, или я решил жениться, я решил поменять работу, я решил уехать в Америку. 4 вопроса. Первый. Что я ищу, временного или вечного? Для души или для тела? Это один вопрос. И поставь там плюс или минус. Второе, что об этом деле, когда я буду делать, говорит Святая Библия. Да что говорить, я решил тут на такого программиста учиться, Библия про это говорит. Говорить, я тебе покажу, где говорит. Так и там другое слово, вот разберись. Третье, что об этом говорит совесть моя. А совесть первичнее Евангелия. Евангелия не было, а Господь судил по совести. Читай к Римлянам 11 глава. Я заряжаю вас. И четвертое. Не будет ли этот мой поступок соблазном для других? Я вот тех, которые уезжают за границу, ну, уехали насовсем. Я не говорю немцы к немцам. Нет, русские там в Америку. И там и не работают. И они сейчас готовы разорваться. Что бы они услышали? А почему немцова убили, никого не посадили? Он уже там играет. Потому что он из дудочки пьет. Там ему дают кока-колу. Он не работает. А почему ты здесь учился, закончил высшее учебное заведение, дня не отработал в этой стране? Пошел где лучше, где планка ниже, где душа пожиже. Я гляжу на них, как на предателей. А вот ваш президент там такое, и такие хульные слова говорит. И человек этот может быть родственник. Загляни дальше. А дальше ты увидишь бездну. Притом бездну... Нет дна, без дна. А можно ли этих людей обратить? Ни единого случая у меня еще не было. Вот заходят люди, которые... У меня грехов столько, там заключенные, так освобождаются. И видно, что он покаялся. Покаялся, ищет. И истина его уже коснулась. И то, другое. А это свои. И ни слова не могу сказать. Я пытаюсь что-то, только подхожу и сразу разворачиваюсь назад. Я вам говорю, это проверяется на молитве. И люди спрашивают, а как это проверить? Приходи ко мне молиться. Зайди в интернете, и ты узнаешь как. Это Господь делает. Вот я не скрываю, вот Дворкин есть такой.
Александр там, Леонидович, он там сексолог, профессор Осипов. За них у меня молитвы нету. Сектовед. Вот видишь ответ какой. Я смиряю себя, тебе ли это судить? Помолились, опять забыл. То есть оно стирается у меня. Я тогда отдельно начинаю поминать, Господи, если можно. Осипов, он на год, кажется, старше меня, и все еще бреется, в галстуке сидит. Он профессором был в семинаре академии, когда нас близко не допускали поступить туда. Тут не надо ничего доказывать-то. Нигде он не покажет о недостатках, которые в церкви. Я об этом говорю постоянно, потому что с этими недостатками мы как жорно пойдем на дно морское. А кто больше всего виноват? Тот, кто народом руководит. У меня нет никакого сана. А кто вам позволил, кто благословил писать? Вы благословили? Написано, кто благословил. Есть. А разве написано, вот лежит, открой, Володя, синенькая, первая страница, да-да-да. Симфония, сегодня меня один поздравил, с симфонией поздравляю. Откуда ты знаешь? Симфония, брат, прочитай вот здесь. Вот и ты увидишь, что я православный. Вот вверху, крест. Я верю, что я православный. Да-да-да-да, вот это вот прочитай. Благословение. По благословению Преосвященного Евтихия, епископа Ишимского и Сибирского, РПЦЗ, и по благословению Преосвященного Максима, епископа Барнаульского и Алтайского, МП. Понятно. Симфония указательна жития святых. Все. Автор-составитель Лапкин Игнатий Тихонович. Ну дальше прочитала попутно, раз он зашел. Барнаулка, Старозвиженская община, 2002 год, 392 страницы, тираж 1000 экземпляров. Набор и верстка осуществлены на компьютере, подаренном благотворительной организацией «Древо жизни» через писателя А.И. Нежинского. Вас не было. Нежинск. Он привез из Москвы. Да, первый компьютер. Вот чудо какое. Какой год? Набор и романа на Фанаил Студников. Ну все понятно. Вот благословение. Мы берем, но оговорку везде делаем. Если неправильно поступали святые, то это нам не нужно. Ах ты какая. Я вот еще скажу, напомню еще раз, вот, потому что есть люди, которые ворчат, когда видят. Вот будет так прям против всех. Отец Геннадий Фаст, он в моем доме обратился, немец, меннонит, преподаватель Томского университета, физик-математик. И где-то он вел занятия, не в Красноярске, где мама ваша была, ну и она или кто-то там задали вопрос про меня. А она дальше говорит или пишет, но у меня письмо. Нет, она говорила, она прям спросила его, прям встала и спросила, он подошел близко к ней, да. На кафедре. Он говорит, вот так, насильный крест, говорит, подержал, помолчал, а потом стал говорить об этом человеке и начал про меня говорить. Как именно? Этот человек живет с Библией в руках. И далее. Дальше он выразил эту мысль, я не знаю, это дословно или недословно. Для него нет никаких личностей. Он, по-нашему сказать, критикует всех. Там президент, святой или канонизированный. Он не смотрит на это. Это моя характеристика. Это соответствует действительности. Почему? Я знаю, что я на суд приду, и тот, кто поступает неправильно. Которые торговлю в храме устроили. Которые из крещения сделали только бизнес. Приходи, заплати. Мокрая ладошка, все, ты крещеный. Это жуткий обман. Такой обман не творил никто. И нас на сегодня Господь заставляет наше упование сказать, как мы смиряем все по Слову Божию. Нас объединяет что? Слово Божие и Дух Святой, который дал это Слово. Нам это понятно? И поэтому, когда мне вопросы задаете, вы заранее уже знаете, что я буду отвечать не так, знаю, а как Слово Божие говорит. И поэтому, раз ты спросил, ты уже делаешься ответственным, что тебе Дух Божий ответил. Я же называю, смотрите, во время проповеди, какая глава, какой стих, брат читает. Наше упование Христос. Христос не выдуманный, а по Слову Божию, которому слава во веки веков. Аминь. Достойно есть всякого истину, уложите тебя, Богородицу. Пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сомнения Серафим, без искрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаю.
Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы всех начальствующих, также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые служат, не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и на славном об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой же наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а во Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за свою правду Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву с воздеянием рук, как жертву вечернюю, как благоухание приятное. И соедини наши молитвы с молитвой всех святых, молящих Тебе на небе и на земле. Ты Бог, сотворивший этот мир и сохраняющий его как зиждитель. Ты наш Господь, знающий все прежде бытия. Услыши, Боже, исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных, прими и исполни нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. И мы взываем о незаповедавших. Положи им твердо усвоить, что покаяние, примирение с Отцом Небесным возможно только на этой земле при их жизни. Что за гробом нет покаяния, приемлемого Богом. Тебе, Боже, хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Аминь. Так, у нас икона появилась. У кого есть родственники Елисавета? Возьмешь? Подарить. Знаете, как ей будет радостно получить? Спасибо. Ну, посмотрите. А история этой иконы, она откуда? История иконы. Кто рисовал? Это известно? А? Не история знаю. Иконы. Кто остается на занятии, пожалуйста, который? Сразу это оставайтесь. Из сейчас проведем там... занятие полчаса. Они освященные, да, на иконе? Да. Не знаю относительно. Оставайтесь. Того. Просто я вернулся, и тут вот стоит вот та коробка, и там рамки для иконы. Надо возьмите. Посмотрите, можно мне получу деньги. Значит, часть написала Надежда Ивановна. Вот прямо сейчас, трапезы никакой не будет. Все, оставайтесь. Совместно. Все будет, оставайтесь, и все. А брата Владимирова попросил. Брат Владимир, эту камеру не выключи, не забирай.